это говорите замечательно, я же со стороны. Во-первых, ты в широких штанах, гордый, да, естественно, там мы шибко не видим, как бы у тебя насколько широко. Я поэтому одеваю. Движение его на самом деле очень хорошо доносится людям, это очень классно, то есть они настолько все это повторили, и у них вот это плавное скольжение, плоское, да, именно в момент поворота, то, что вот многие делать не умеют, плоское, а потом в кант-карвинг делать, потом снова плоское положение лыж в повороте и снова в кант. Это круто. Тут не просто они молодцы, да. Просто я, профессионал, инструктор. Я сам урок не видела, просто я поднималась в гору и выловила какой-то момент. Именно вот этот вот момент. Вот это я как мучился с руками, как я их ставил себе. Руки у всех проблема, большая проблема. Я последний момент понял, что у меня никакие руки, их вот так вот, не могу я их поставить, и все. И мы потом вот стоял вот так вот, да, так весь день вот так вот в поле зрения должны быть руки, в поле зрения в одном и том же месте. И мучился. Я своих девчонок двух немножко засняла, видела этот грузовский вариант? Нет, еще не видел. Я тоже смотрю, такие сочные видосы получили.